старшая по дому в Ленинском районе Самары Алла Ефимова считает своим гражданским долгом проголосовать на выборах губернатора. Я сама по себе человек обязательный, поэтому я всегда голосую. Как-то это очень, мне кажется, важно, когда ты понимаешь, что это тебе нужно. И ты хочешь это, то зачем оттягивать на какой-то второй, третий день? На избирательном участке 29-18 в школе номер 132 голосование проходит спокойно. Ажиотаж был утром в момент открытия, рассказывает зампредседателя УИК Екатерина Трошина. Сегодня был наплыв, да. В 8 утра прям много народу было. У нас прикреплено 2509 человек, но в среднем обычно явка 68, где-то 70%. Так вот, то есть у нас хорошая посещаемость. Проверить, как организован процесс голосования на избирательном участке, приехали члены общественного штаба по независимому общественному наблюдению за выборами. Пообщались с членами УИК, проверили соблюдение всех процедур в ходе голосования, осмотрели кабинки, узнали, поступали ли вопросы и предложения от голосующих. Планово осмотрели и другие избирательные участки. Номер 2904 в 6-й школе и участок номер 2912 в библиотеке имени Крупской. Какое количество у вас примерно заявлений о голосовании на дому? Пока где-то около 20, вот, но у нас еще впереди еще 7 число, 8 заявления будут. То есть есть такие, вы еще пока не кто нуждаетесь. Нет, пока урны не было, собираем еще, дабы логистику правильно построить. По словам члена общественного штаба по независимому наблюдению Льва Долонько, голосование на выборах проходит в штатном режиме. Нарушений по результатам осмотра участков не зафиксировано. При этом, по его словам, в каждой новой избирательной кампании нарушений становится меньше, потому что все участники процесса учитывают предыдущий опыт. Существует трехсторонний так называемый протокол взаимодействия между Общественной палатой Самарской области, уполномоченным по правам человека в Самарской области и избирательной комиссией, где мы договорились о том, что мы, что называется, в режиме онлайн обмениваемся информацией с тем, чтобы помочь избирательной системе проводить выборы в полном соответствии с действующим законодательством. Если в ходе голосования поступят сигналы о нарушениях, общественные наблюдатели их отработают. Галина Топилина, Сергей Баскин, события.